страшные скидки. Всем привет! Лучший способ пережить зиму – полюбить ее. А для этого нужно освоить хоть один зимний вид спорта. Например, катание на горных лыжах или сноуборде. Для активных тренировок на свежем воздухе вам понадобится специальный костюм. Всевозможные сайты предлагают горнолыжные костюмы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Новичкам, впервые решившим провести выходной на горнолыжном курорте, при стесненном бюджете лучше выбрать простую модель горнолыжного костюма. Тогда не придется в дальнейшем жалеть о зря потраченных деньгах, если вы поймете, что такой вид отдыха вам не подходит. Спортсменам-любителям, для которых горнолыжный спорт – часть жизни, нужно выбрать горнолыжную куртку и брюки из качественных прочных материалов и с кроем, максимально подходящим к конкретной фигуре. Это позволит не тратиться на обновление экипировки в течение нескольких сезонов. Любители этого вида спорта со стажем при ограниченном бюджете советуют экономить на покупках нижних слоев – флис, термобелье. Не обязательно, чтобы они были самыми дорогими и от известных брендов. На трассе важнее способность верхней одежды защищать организм от охлаждения, осадков и ветра. Тем, кто предпочитает кататься вне трасс, особенно если к точке спуска нужно добираться пешком, лучше заказывать неутепленный горнолыжный костюм для фрирайда. Обратите внимание, что такую одежду вы не сможете носить в городе. Однако при условии правильного подбора белья и утепление, такие куртка и брюки наилучшим образом способны обеспечить идеальный микроклимат в любых условиях катания, от сравнительно солнечных и теплых склонов до холодных. На сайте Wildberries горнолыжный костюм сейчас можно приобрести за 5865 рублей. Его прежняя цена – 16 тысяч, в наличии весь размерный ряд. Основной цвет черный, есть белые и фиолетовые полосы. Выдерживает температуру от минус 10 до минус 30 градусов. Высококачественный материал, из которого он шит, не только защитит от холода, но и обеспечит свободу движения. Удобные карманы, регулируемые манжеты и множество полезных деталей. Утеплитель Холофайбер, состав мембрана. Съемный капюшон, штаны на подтяжках. На сайте Озон горнолыжный женский костюм предлагают за 10 570 рублей. Цвет бирюзовый, материал – тинсулейт, микроволокно, флис. Легкий, теплый, универсальный женский костюм, куртка и брюки высокой посадки с лямками и дополнительной утепленной спинкой идеален и для городских будней, и для горнолыжных видов спорта. Утеплитель поддерживает температурный режим от 0 до минус 30 градусов. Водонепроницаемая мембрана позволяет коже дышать, оставаясь сухой в самых суровых условиях. Эргономичный крой не стесняет движение. Утепленный капюшон горнолыжной куртки пристегивается на молнию. Концы капюшона крепятся кнопками. Специальные кармашки на утепленном воротнике стойки. Объем капюшона куртки регулируется эластичным шнуром с фиксаторами. Горнолыжная куртка застегивается на влагозащитную молнию с двойным бегунком. Высокий воротник, утепленный микрофлисом изнутри, защищает шею от ветра и холода, имеет мягкую защиту подбородка от соприкосновения с замком молнии. Сетчатая система вентиляции под рукавами. Куртка имеет множество функциональных карманов. Нагрудный карман на молнии, два боковых кармана на молнии, карман для ски-пас на рукаве, карман для маски или перчаток с микрофиброй, внутренний карман на молнии. Рукава женской горнолыжной куртки с внутренними манжетами с отверстием для большого пальца. Объем рукавов куртки регулируется липучкой. Горнолыжная куртка с внутренней съемной снегозащитной юбкой на кнопках. На сайте Яндекс.Маркет горнолыжный костюм продается со скидкой в 38% за 13 737 рублей. Подойдет для долгих зимних прогулок и занятий горнолыжным спортом. Костюм состоит из черных утепленных брюк на бретелях с гетрами для защиты от снега и стильной куртки ярко-розового цвета с комбинированным принтом и сетчатой подкладкой. Съемный утепленный капюшон и эластичные манжеты на рукавах обеспечат комфорт и защиту от непогоды. Вентиляционное отверстие под рукавами и специальный карман для ски-пасса на рукаве куртки делают ее еще более функциональной и удобной. Карманы на влагостойкой молнии позволяют хранить необходимые мелочи, а подтяжки обеспечивают комфортную посадку брюк. Изготовленный из водоотталкивающей ткани, этот горнолыжный костюм идеально подходит как для активного отдыха, так и для повседневной носки. На сайте Спортмастер горнолыжные куртки и брюки продаются отдельно. Куртку сейчас можно купить за 5999 рублей. Водонепроницаемая мембрана, дополненная водоотталкивающей пропиткой, эффективно защищает от ветра, осадков и грязи и обеспечивает оптимальный микроклимат. Предусмотрена специальная снегозащитная юбка, которая предотвращает попадание снега под одежду. Технологичная подкладка и синтетический утеплитель гарантируют превосходную защиту от холода. Капюшон и внутренние манжеты на резинке в куртке незаменимы в ветреную погоду. Предусмотрено два вентиляционных отверстия для улучшенного воздухообмена при интенсивном катании. В модели 5 карманов, в том числе карманы для маски и скипаса.
Брюки утепленные Глиссайд можно приобрести со скидкой в 30% за 4899 рублей. Водонепроницаемая мембрана, дополненная проклеенными швами и водоотталкивающей пропиткой, защищает от ветра и осадков и обеспечивает оптимальный микроклимат. Благодаря артикулируемым коленям ваши движения максимально свободны. Снегозащитные гетры не дадут снегу забиться под одежду. Уникальная микроструктура утеплителя удерживает тепло вашего тела. В брюках есть два кармана, в которые можно положить вещи на время катания. На сайте Artanger наложный костюм продается за 9691 рубль. Брюки фиолетовые, куртка желтая. Куртка застегивается на молнию, воротник стойка, манжеты и капюшон застегиваются на липучке. Брюки имеют ремень. Этот водонепроницаемый костюм также прекрасно защитит вас от ветра и от проникновения снега. Яркая расцветка будет прекрасно видна на фоне зимних пейзажей, а современный дизайн позволит вам выглядеть стильно. Костюм произведен из экологического полиэстера, который позволяет телу дышать. Внутри костюма имеется утепленная подкладка, которая защитит от холода при температуре до минус 30 градусов. Горнолыжные костюмы бывают в виде комбинезона или отдельных брюк и куртки. Комбинезоны легко надеваются, в них не может попасть снег, обеспечивают высокую теплоизоляцию, имеют множество карманов для мелких предметов, которые могут потребоваться на горнолыжной трассе. Это был шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами!